Это Висбаден. Сейчас утро у нас в Висбадене. Это земля Гессен. Тут центр. У нас колесо обозрения здесь на горизонте появилось. Кабинки закрытые. Зоненрад. Солнечное колесо. Здесь это у нас галерея, торговый центр или как его правильно назвать. Немножко наверху снимали, люди стоят, начнут возмущаться. Вечером тут, наверное, все будет работать. Шульгазе. Здесь ночью, наверное, все будет светиться, гирлянды везде. Все красиво. Сегодня у нас 27 декабря. Это на наши колесико, солнышко. Сколько ж интересно стоит проехаться, прокатиться кружочек. Нигде не написано ценник. Везде кафе, магазинчики. Ну, пенопласт. Пенопласт мне нужен. Сейчас пойдем посмотрим, что тут есть. Кстати, крутится колесик. Что-то я не вижу в нем пассажиров, но оно крутится. А вот такой пенопласт бы мне домой бы не помешал. Сегодня вечерком здесь, наверное, будет какое-то движение. Написано «Теглиш бис свайн свансиш». Открыто до 22 ежедневно. Здесь вот так сделано. Угу. Красиво. Пойдем дальше.